Ребят, всем здорова, с вами с вами Алистер, и это новая серия по реальной жизни в Карпаркине, ребята, погнали. Ребят, реальной жизни не было очень давно, ребят, и еще я сейчас как бы заболел, так что снимать, ребят, реально теперь стало намного сложнее. Вот, так что, ребята, я думаю, что верну график, вот, так что, ну, пока я, ребят, выздоравливаю. Сейчас у меня, ребят, в гараже стоит только один S-класс, но это вообще не то. Мне нужен еще гелик. Ну, естественно, черный гелик, это же как бы дефолт, ребят, вот. А вы, ребят, не забудьте поставить лайк, пожалуйста, ребят. Мы проверим просто максимальную активность. Давайте по данным роликам наберем хотя бы 800. Кстати, гелик может быть на механике, а не на автомате. Вот, так что это будет намного сложнее ее водить, потому что я не особо умею на механике водить машины. Так что, ребят, как так? Сейчас мы просто летим. Я уже, ребят, просто забрался на полный бак, так что... Опа, пропустил все, ребят. Просто шашкой у меня, ребят, летим, так сказать, уже гелику. Так что, ребят, я сейчас доеду и возобновлю, собственно говоря, запись. Вот давайте еще, ребят, проверим мерс, потому что я что-то не уверен в нем. Она как бы не особо так едет, ребята. Вот, в нем много сил, но она не так едет, как хочется. Так что, ребят, еще сейчас заедем на СТО. Заезжаем вот сюда вот, аккуратненько. Все. Оставляем, ребят, машину, и я пойду еще и куплю кофе. Машина реально была, так сказать, неисправна. Так что, ребят, поехали, теперь уже, собственно говоря, за геликом. Вот, все, полетели просто, ребят. Аккуратненько, я просто газ пол. Так, ребят, вот напротив у нас находится гелик. Вот, все. Оставляем машину и ждем уже, собственно говоря, продавца. Не совсем на черный гелик, это такой с оттенком красного, вот. Так что, ребята, ну диски вообще топовые, это не... Так что, ребята, вы уже поехали. Я решил поехать через пустыню. Как видите, тут стоит механик. Это самый стоковый гелик на 500 сил, по-моему, вот если я не ошибаюсь. Просто самый обычный гелик. Еще и заодно сейчас заедем на СТО. Так, аккуратненько и проверим машину. Очень странно, но никаких, так сказать, причин в моторе не нашли. И я ее купил за полцены. Типа, мне сказали, что эта машина, так сказать, повреждена. Но на самом-то деле, вот, это не так. Вот, все с ней как бы нормально. Но почему он продал ее за полцены, ребят, я еще не знаю. Так что мы просто полетели, собственно говоря, и вот. Так, ребят, заряжаем в Макдак, вот, и сейчас я покушаю и приду, ребят. Так, ребят, я не понял. Ребят. Она не заводится. Что за бред? Ребята, она просто не заводится. Что сходит просто? Вот и почему он продал мне ее за полцена. Она просто не заводится. Она глохнет, ребят, я не понимаю. Называется, купил за полцены, блин. Вот там и разберусь. Так что, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь. А с вами был я, Лестер. Всем удачи, ребята, всем пока-пока.